Итак, покупка в Safeway. В чем прикол? Эта штука стоила 8,50, но есть такая наклейка. Эта штука стоила 7,46, есть такая наклейка. Эта наклейка означает, что от цены надо убрать эту сумму, и получается, что вот это я купил за 46 центов. Вот так. Хотя в Safe on Foods я бы одну такую купил за $26. Вот, пожалуйста, получается скидка. Удобненько. Это у нас Safeway. Safeway. А, да, на чеке написано.